Главные лидеры продуктового рынка находятся здесь. Это World Food 2022. И с нами представитель богимовских сыроварен Ирина Павловна. Здравствуйте, Ирина. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее о компании, и я знаю, что у вас есть еще и проект, о котором вы, скажем так, очень сильно печетесь. Расскажите. Проект «История в Багимово» на самом деле уникальный проект. Его частью является не только производство органической продукции, это багимовские сыроварни, где мы производим молочную и кисломолочную продукцию, варим сыры, но и также мы занимаемся просветительской работой и восстанавливаем историческое наследие Калужской области и России. Одним из знаковых проектов у нас является восстановление усадьбы Прончичевых в Багимово. Прончичевы – это первооткрыватели Арктики. Очень мало известна история этой пары, которые огромную работу провели. И сейчас эта усадьба находится практически полностью в разрушенном состоянии. И наша цель – восстановить эту усадьбу, рассказать нашим потомкам об этих удивительных людях. В этой усадьбе работал и творил Антон Павлович Чехов. Например, дом с мезонином как раз был непосредственно вот написан в этой усадьбе. Мы восстановили липовую аллею, по которой Чехов гулял. И сейчас мы организуем экскурсии с посещением нашего производства, с посещением села Багимово. На территории нашего, скажем так, не коровника, а производства нашего, у нас есть специальная, как мы называем, галерея в коровнике. Это именно так и есть, потому что это здание старое здание коровника, которое было полностью практически разрушено. Мы его восстановили, и теперь на территории этого помещения у нас происходят выставки. Мы сотрудничаем с Калужским драматическим театром. Не далее, как вот на прошлой неделе у нас была интереснейшая выставка «Весь мир театр». Сейчас она будет показана в Калуге в драматическом театре. Мы получили грант на развитие агротуризма. Очень горды этим на самом деле, потому что всего лишь два предприятия Калужской области были удостоены этой награды. И мы уверены в том, что нам это поможет решить очень многие задачи. Ну, естественно, основным, так сказать, нашим лицом является производство органической молочной продукции из молока удивительной породы джерси. Это английская порода коров, которые отличаются повышенным содержанием желтка и белка и жира. Вот. На самом деле великолепные, красивейшие животные, очень похожи на маленьких оленят. Мы все их очень любим. Они у нас, по первости, все имели свои имена. Сейчас они у нас промаркированы на это самое номерами. Раньше у каждого было свое имя. Вот, поэтому мы, конечно, благодарим организаторов сегодняшнего мероприятия. Мы очень рады тем, что наш труд был отмечен наряду с теми знаковыми участниками, которые были тоже удостоены этих премий. Вот. И очень надеемся, то, что вот так вот подобного вида мероприятия они помогут нам в дальнейшем, потому что мы занимаемся очень тяжелым трудом. Труд благодарный, но очень тяжелый. Поэтому мы были всех рады видеть на территории нашего предприятия. Мы будем анонсировать наши мероприятия. И будем все всегда очень рады. Всем всего доброго. Спасибо большое, Ирина. Всего доброго. Спасибо.